Первую тачку я угнал, когда мне было 15. Я понял, что скорость и риск у меня в крови. И я ненавижу мажоров, которые покупают крутые тачки на ворованные деньги. Стоять! Руки вверх! Тебе будут шить дело похлеще угона, и это потянет на серьезный тюремный срок. Это Чарли Ривера. Он связан с кражами всех дорогих автомобилей Торонто. Теперь ты или наш агент, или зэк. Выбирай. Это он? Это Майки. Я сказал, что тачка твоя. Как ты это сделал? Я поймал сигнал, когда ты закрывал машину. А потом просто воспроизвел его, и двери открылись. Кто написал программу? Я сам. Давно ты его знаешь. Насчет Майки не парься. Я ему доверяю. Привет, Майки. Не каждому вору можно верить. Ты нравишься Чарли, Майки. Я знаю. Но будь осторожен. 50 машин в месяц. Я буду отвечать за редкие машины. Они работают с международным контрабандистом наркотиков. Его зовут Кофлекс. Послушай, Чарли, это изменит все. Просто будь начеку. Вы спятили? Я не могу вернуться. Сэмми меня видел. Ты в деле или нет? Зачем ты следишь за мной? Сэмми мне все рассказал. Страшно, Майки? Я не допущу, чтобы с тобой и Чарли что-то случилось. Мы обставим. Я и ты. Это война. С меня хватит. Я на это не подписывался. Мы станем худшим кошмаром для копов и страховщиков.